Вручение паспорта в торжественной обстановке добавляет этому важному событию еще больше значимости и, несомненно, запомнится надолго. Большая радость, но и большая ответственность тоже. Вы становитесь настоящими гражданами своей страны. Я желаю вам, конечно же, развития, успехов, чтобы вы росли, добивались высот. Большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого мероприятия. Так, например, Ярослав Гордиенко рассказал, что получение паспорта для него – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. Особую гордость испытывали родители, которые пришли поддержать своих детей в этот волнительный и важный момент. Первый шаг во взрослую жизнь – впечатления очень, конечно, такие, когда увидел его паспорт, необычные, что уже этот мальчик, который вчера под стол бегал, уже с паспортом, уже гражданин. Мне бы хотелось пожелать, чтобы он был достойным гражданином своей страны, чтобы он был целеустремленным, в меру любопытным, и чтобы у него все в жизни получилось так, как он задумал. Среди семи юных жителей, получивших свой главный документ, Вероника Мамчур оказалась единственной девушкой. Для нее получение паспорта – это прежде всего возможность работать. Уже сейчас 14-летняя видновчанка осваивает профессию психолога. Я буду поступать в медицинский колледж и поступать на психолога. С людьми нравится общаться. Проблемы чужие хочу исправить, чтобы жизнь стала лучше. Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребята получили подарки и цветы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.